Мої вітання усім, хто дивиться YouTube-канал «Ми Україна». Це незламні. Зеленої Чабак, я закликаю вас підписатися на наш канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Я впевнена, що сьогодні їх буде багато, тому що ця історія, вона вражає. Я познайомлю вас з молодим, красивим, сміливим українцем, який пішов на фронт, аби захищати нас з вами. Він не вагався. На превеликий жаль, Росія вкрала в нього малу батьківщину, а ще вона позбавила його зору. Але вона не відібрала його мужнє серце, яке продовжує битися, яке продовжує боротися. Ця історія вражає. Знайомтесь, Владислав Єщенко, позивний «Самурай», і його тато Олександр Єщенко. Владислав Єщенко – позивний «Самурай», військовослужбовець Збройних сил України. Родом із Горлівки, у 2014-му переїхав до Слов'янська. У лютому 22-го, коли Росія вдруге прийшла забирати його дім, Влад пішов добровольцем на війну. У цивільному житті хлопець займався гуманітарним розмінуванням, тому потрапив до інженерно-саперного взводу. В серпні під час бойового завдання неподалік Бахмута військовий підірвався на міні, втратив зір і частково слух. Наново вчився говорити і ходити. Після поранення бійця постійно підтримує батько, наречена та друзі. Владиславе, Олександре, доброго дня вам. Доброго дня. Я дякую вам, Владиславе, за ваше мужнє, хоробре серце. А вам, Олександре, за такого сина. І я на початку нашої розмови хочу побажати вам терпіння, витримки і сили. Ви зараз поруч з Владиславом, ви його опора. І ми будемо говорити про той страшний клятий день, коли Владислава було поранено, але ще більше я хочу говорити про майбутнє. І я хочу, щоб про Владислава знали, пам'ятали і не забували українці, глядачі, які подивляться цю програму. Владиславе, 9 серпня, роковий страшний день. Чи пам'ятаєте ви його? Да, от самого начала. Як він починався для вас? Був теплий літній день. Довольно таки спокійно все було. І в якийсь момент від командира поступило розпорядження о том, що у нас бойовий виїзд. Була поставлена задача, зв'язана з розмініруванням, оскільки на нашу територію прилетіли касетні боєприпаси. Противопехотные мины, нужно было убрать с той территории, где мало того, что проходила посевная, плюс еще были наши ребята там рядом. Поэтому, получивши распоряжение собираться на боевой выезд, быстренько собрались, это уже далеко не первый выезд был, опытные мы уже в этом плане, и поехали. Так сказать, ничего беды не предвещало. Приехали, занимались уже непосредственно заданием. И в какой-то момент в месте локализации для подрыва этих мин сработала самоликвидация на одну из них. И на тот момент там находилось 84 штуки. 84 мины разорвалось. Вот после этого сразу наступила резкая темнота. Очень резкий звон в ушах. И ощущение очень жесткой контузии. Минут 5 я находился еще в сознании на поле. Я помню, как два боевых товарища отводили меня с места подрыва. Я уходил, видимо, в болевом шоке еще своими ногами, опиравшись на них. Я чувствовал, как с меня срезают броню и поливают водой, но их я уже не слышал. Слабость в ногах появилась. Я опустился на землю, почувствовал холод сильный и потерял сознание. Очнулся уже только через 10 дней в госпитале в Киеве. Владиславе, минуло півроку. Чи можу я запитати у вас, як ви себе почуваєте зараз? Я бодрее всіх живих. У мене все замечательно. Я фізично, благодаря усиллям наших врачей, встановився повністю.
Все то, что могли сделать, они сделали. То есть там, более 30 осколков из меня достали. Слизистая у меня обожжена была, меня подлечили. Легкие работают отлично, сердце работает отлично. Запахов не чувствую, это не беда. Слух, к сожалению, нормально восстановить не получилось. Но, тем не менее, я вас слышу и могу с вами общаться при помощи слухового аппарата. Титановая пластина в голове стоит. Все восстановилось так, как должно было быть. Чувствую я себя, наверное, даже лучше, чем до того момента, когда уходил на войну. Единственная проблема – это вот у меня нет глаз, и я нахожусь в полной темноте, начиная с 9 августа. А в остальном, будь у меня сейчас хотя бы один глаз на месте, я бы вернулся к своим боевым товарищам обратно. Я себя чувствую шикарно. Дякую вам за вашу мужність. Якби в мене була можливість і я б володіла магією, я подарувала би вам два ока. На превеликий жаль, я такої можливості не маю, але я дуже сподіваюся, що сучасна медицина, вона зможе наблизити вас хоча б на кілька відсотків до того, щоб ви бачили. Владиславе, вашими очима після вашого поранення став ваш тато. Олександре, чи можете ви пригадати той фатальний день, коли ви дізналися про те, що Владислава поранено? І чи уявляли ви масштаби? Точной інформації не було з першого дня. Я от сослуживца Влада узнав о том, що він отримав ранення, то, що його переправили в госпіталь, але наскільки серйозно, інформації не було. Сначала была информация о том, что был утерян один глаз, второй цел. Ну, невнятная информация, непонятная. Более точную информацию я получил через два дня. То есть я уже точно знал, что глаза удалены. Ну, по-другому Влада спасти было нельзя. Вот. Ему удалили глаза, и об этом я уже знал. Я знал, что у него очень тяжелое состояние. Вот. И побывший в Мечниково в Днепропетровске, по-моему, сутки, через сутки его на вертолете переправили в Киев. Потому что здесь его могли спасти, и здесь его спасли. В цей час вы были где саме? Когда это случилось, я был в Польше. Да. Я уехал в Польшу еще перед войной. Мы сами из Горловки, жилье мы свое потеряли. Поэтому нужно было зарабатывать деньги, чтобы приобрести жилье. Я поехал на заработки в Польшу. После того, как началось вторжение, я переговорил с Владом, он говорит: отец, не возвращайся, будь пока в Польше. Ну, в общем, то, что с Владом случилось, я об этом узнал в Польше. Але ви не засумнівалися, ви повернулися назад. О каком сомнении может быть речь? Это мой сын, единственный сын, это моя гордость, это моя жизнь. Я сама мама, і я хоча б на кілька відсотків розумію ваші емоції і ваші відчуття. Тому що коли хворіє моя донька, мені хочеться забрати її біль і її хворобу на себе. У вас ситуація набагато глибша і набагато болючіша. Які думки вас тоді накривали, коли ви зрозуміли, що Влад не буде найближчим часом бачити, чути? І що ви не можете змінити цю кляту ситуацію? Я вам так скажу. Я очень просив врачей, щоб до моєго приїзду його не виводили із коми. Тому що о том, що з ним случилось, должен був именно я йому сообщити. Щоб... Ну, у нас прийнято так в сім'ї. Не нужно ходить із сторони в сторону. Если что-то случилось, это говорится прямо и честно. Вот. И эти слова он должен был услышать от меня, а не от врачей. Ну, на тот момент я еще
не знал, как врачи к этому будут подходить психологически. Поэтому я просил не выводить его из комы до моего приезда. Ну, все так и получилось. Все так и получилось. Я первым сообщил о том, что произошло. Вот, что на самом деле. Мне очень реакция его тогда понравилась. Он задает мне вопрос. Говорит: батя, мы с тобой никогда не врали друг другу. Скажи мне честно, что у меня с глазами? Я взял его за руку, говорю: сынок, глаз у тебя больше нет. Было где-то секунд 20 молчания. Потом он резко перевел тему. Мы просто начали дальше общаться. Он осознавал, что это, но это ему нужно было узнать от меня. Ну, тут же сразу же в этот день, ну, пока Влад был еще в коме, мы, естественно, смотрели, что можно вообще с этим сделать, какие существуют технологии на сегодняшний момент. И очень много информации было собрано. Вот. И когда уже шли дальнейшие разговоры о зрении, то вся информация, которая мною, нашим волонтером Артемом, была собрана, всю эту информацию получил Влад. То есть это не безнадежно. Не безнадежно, и ни в коем случае нельзя терять надежды. Все это Влад знал и знает и сейчас. Це дуже важливо. Ваша історія, вона дуже важлива, тому що таких, як Влад, після цієї клятої війни буде багато. Але дуже важливо, щоб таких, як Влад, його побратимів підтримували, допомагали, не відмовлялися, не відверталися, підтримували рідні, підтримували суспільство. І хочеться, щоб ваша історія, вона стала прикладом. Олександре, я ще спитаю дещо у вас, а потім повернусь до Влада. Чи розуміли ви тоді, що на якийсь період ви станете провідником Влада? Ви маєте бути поруч біля нього 24/7? Естественно, я это понимал. Естественно, я готовил себя к этому. Вот. Психологически, конечно, изначально это было тяжело. Но скажу вам так. Я прибыл в госпиталь, получил пропуск. Еще руки дрожали. Но как только я переступил проходную, как только я прошел проходную госпиталя, я не знаю, что случилось. У меня откуда-то взялись силы. Я просто пошел и все. Это был первый день, когда я пришел к Владу в реанимацию, когда меня врачи пустили к нему. Вот. Я держал его за руку, я с ним разговаривал. И у меня было такое ощущение, что он меня слышал. Вот. Правда, было такое впечатление. Он очень сильно держал меня за руку, а еще был врач, который пытался сигналами, ну то есть ответ-вопрос. Вот. И он реагировал, хотя в то время он был без сознания. Ну, вот так. Вот так 4 месяца борьбы. Олександре, це сила батьківської любові. Вона зціляє і вона допомагає. Владиславе, чи чули ви тата так, як він розповідає? Можливо, щось на підсвідомому рівні все ж таки ви чули і розуміли? Для меня 10 дней комы прошли как одно мгновение. Я когда на поле потерял сознание, я больше в сознание не приходил ни в госпитале в Бахмуте, ни в Мечниково в Днепре, только уже когда находился в Киеве. И первый раз, когда я понял, что в сознании, у меня были очень серьезные глюки. Видимо, сильные медикаменты и последствия сильной контузии. Мне казалось, то, что я лежу в кресле, я сам себя вижу со стороны, у меня привязаны руки, я пытаюсь кому-то набрать, у меня телефон в руке, у меня не получается набрать, потому что привязаны руки, я пытаюсь отправить смс, смс отправить тоже не получается. Проходит какой-то период времени, я понимаю, что меня куда-то перевозят, я слышу, как разговаривают врачи, о чем они разговаривают. По факту я этого не мог. Во-первых, 100% у меня там не было телефона. Я единственное, в чем остался, это вот в этой фенечке, которая у меня на руке.
я потом об этом историю расскажу. И я не мог слышать никого, потому что уши были повреждены сильно. Правая до сих пор ничего не слышит, и слуховым аппаратом только стимулирует немного работу левого. А левая вот при помощи слухового, и то далеко я слышать не могу. То есть, когда я был в реанимации, вряд ли я кого-то слышал. Когда они разговаривали со мной уже вместе с врачом и пытались понять, реагирую я на их слова и отвечаю ли я как-либо на их вопросы, я этого не помню, честно, врать не буду. Для меня вот этих моментов не существовало до тех пор, пока мне о них не рассказал отец, любимая и врачи. То есть, как бы, я бы и не знал, что со мной кто-то разговаривал, пока я был в реанимации, и сколько дней я вообще провел в коме. Я даже примерно себе представить не мог, потому что, когда я задал вопрос, где я нахожусь и какое сегодня число, для меня это было шоком. Я не понимал, что я делаю в Киеве, если я получил ранение в Донецкой области. И я не понимал, почему прошло 10 дней. Потом потихоньку пришло осознание, как бы. Я помню момент подрыва четко. Я в голове осознавал, что произошло. Первый вопрос у меня был у самого себя в голове. Как я выжил? Потому что прямо перед лицом 84 мины. Это, ну, для меня до сих пор загадка. А второй момент по поводу, каким образом рядом оказались близкие. Потому что я знал, что отец находится в Польше, а любимая находится в другой области. И потом уже все пазлы сложились вместе, когда я понимал, что прошло 10 дней с момента моего подрыва. Естественно, все успели приехать и уже находятся рядом. Владиславе, ваші взаємовідносини з татом, вони викликають захоплення. Чи були ви такими дружніми, близькими до цього поранення? 100% да. Я приводил наши с ним отношения далеко не одному человеку в пример. Это тот человек, который постоянно чувствует меня, что бы со мной ни происходило, и я точно так же. Я расскажу две смешных ситуации, наверное, смешных они только для меня, для окружающих так не очень. Ну, я думаю, поймете, о чем речь идет. Когда отец уехал на заработки, и я еще оставался на гражданке, еще войны не было, полномасштабного вторжения. У меня были определенные проблемы в жизни, и которые, когда я преодолевал, я обычно ни с кем не делился. Я не разговаривал, никому это не рассказывал, в силу своего характера проходил всегда это сам. И когда отец набирал меня, и мы разговаривали по видеосвязи, либо просто голосовыми переписывались, он всегда чувствовал, что со мной что-то не так. Хотя я мог в этот момент улыбаться, веселиться, быть где-то с друзьями, даже могла там на фоне играть музыка, он всегда чувствовал. И всегда задавал вопросы. Я же, говорит, знаю, что-то не так, что случилось? Я говорю, все нормально, все хорошо. Что ты переживаешь? Все нормально. Нет, и вот он в такие моменты никогда не верил. И потом уже проходило время, я говорю, батя, была такая-то ситуация, все нормально, все хорошо. Ты же знаешь, я сильный, я умный, я со всем справился. А вот по поводу того, что я его чувствую, когда мы были уже здесь, в Киеве, в больнице, он был тем человеком, который, держа меня за руку, говорил о том, что все будет хорошо, с улыбкой, словами поддержки, а на самом деле ему было очень плохо. Ему было плохо не только морально, ему было плохо и физически. Об этом я узнал уже спустя очень большое время, уже находясь дома, уже находясь не в госпитале. И каких-то, по-моему, 3 дня, потому что тоже сознание спутано-смазанное в эти дни, по-моему, 3 дня его рядом со мной не было. Приходила ко мне любимая, приходили друзья, но его не было, и я интересовался, что случилось. И мне говорили, да ничего, нормально, просто чуть приболело, здесь же инфекционное отделение, его сюда просто из-за этого не пустят, температура. А я чувствую, не все нормально. Я понимаю, что ну, такого быть не может. И внутри у меня вот какая-то такая, я не знаю, тревога за него. Я в тот момент, это сейчас вам говорю, что мог задавать вопросы. По факту я общаться не мог. У меня стояла трубка в трахее интубационная, я не разговаривал какое-то время. Я писал на бумажке. Мне давали блокноты, я вот на ощупь писал 2-3 слова для того, чтобы все понимали, какой вопрос задаю. И я тогда написал на бумажке врачам, чтобы они связались с ним и попросили его прийти.
И врачи тогда мне задавали вопрос, что-то случилось, тебе здесь некомфортно, ты хочешь отсюда уйти? Я, нет, просто наберите его, пусть придет, мне надо убедиться, что с ним все нормально. Прошло 3-4 месяца. Мы сидели уже дома, вспоминали эту ситуацию. Он мне тоже вспоминал, как его набирали из реанимации, говорили о том, что я написал, чтобы он пришел. И вот тогда он мне признался о том, что было ему плохо. Было действительно, давление было, и вот несколько дней лежал, приходил в себя. Поэтому крепкие очень узы были до того момента, как со мной произошла беда. После того, как произошла, я даже не могу сказать, что они стали крепче. Они какими крепкими были, такими и остались. Крепче, наверное, не бывает. И це надихає. Олександре, а ви не хотіли зайвий раз турбувати владу? Так, ви хотіли здаватися сильним? Естественно, естественно. Да, просто был такой момент, что мне на самом деле стало очень плохо. И я не смог приехать к нему в госпиталь. Это как раз был тот период инфекционная реанимация, там, где больше 2 часов не разрешали находиться никому. То есть это только мне разрешали там 2 часа находиться. И вот в течение 3 дней я не мог к нему приехать. Вот. Ну, естественно, он это почувствовал. Естественно, почувствовал. Да, я ему рассказывал о том, что я простудился, с простудой меня туда никто не пустит. Ну, было немножко по-другому, и он об этом догадался. Олександре, після поранення вам доводиться, мені так здається, навчати влада жити інакше, так? До поранення ви могли вільно користуватися телефоном, читати книги, можливо, ви кермували автівкою. Зараз як змінився ваш побут? Чи маєте ви телефон, чи користуєтесь ним, чи вчитесь читати за допомогою шрифта Брайля? Як побудовано ваше життя зараз, влади? Все очень просто. Очень давно придумана такая функция, как Siri. И с помощью Siri я могу узнать, который час, какой процент заряда аккумулятора, набрать кого-то, кто уже есть в моей записной книге. То есть какие-то самые базовые функции, то, что умеет делать Siri, я могу сделать с помощью iPhone. Для этого не нужны какие-то там навороченные модели, у меня там самая обычная 6, она все это умеет. То есть как бы это все придумали за нас давно, этому учиться мне не пришлось. По поводу какого-то обучения, получения информации извне, у меня есть отец, который постоянно со мной 24/7, у меня есть любимая, которая постоянно со мной рядом, у меня есть еще родственники, еще друзья, которые постоянно меня информируют о том, что происходит вокруг. Не только о том, что пишут в новостях, что показывают по телевизору, ну и о том, что меня окружает даже просто сейчас. Мы буквально перед эфиром сидели с отцом, отец мне описывает, там находится это, там находится это. Мы очень прикольно ехали сюда, и вот такая история там произошла по дороге, грубо говоря. То есть это то, как я сейчас воспринимаю этот мир. По поводу моего досуга тоже все очень просто. Да, я теперь не могу читать, я не могу теперь смотреть фильмы. К сожалению, я не могу слушать свою любимую музыку, потому что мне очень тяжело понимать речь. Мне тяжело разбирать какие-то отдельные слова. Я не знаю, когда это наладится и наладится ли это вообще, но мы нашли из этого выход такой. У меня есть акустические наушники и колонка, благодаря моему родному дяде. Он прислал это, как только узнал, что у меня тоже со слухом проблемы, и что, в принципе, вот читать я не смогу. И мы накачали туда аудиокниги. Я слушаю фантастику, таким образом вот провожу свой досуг. Это если один. Если меня кто-то окружает, мне это делать не приходится, потому что мы постоянно развлекаемся всевозможными способами. Допустим, чтобы далеко не ходить, вчера вечером мы все дружно, всей семьей играли в игру «Как стать миллионером», отвечали на вопросы. Ну, то есть, как бы, очень весело, прикольно, смеемся, кто-то там знает какие-то ответы. То есть, я не скучаю в этом плане. Владиславе, я перепрошую, що я вас зараз зупиняю. Я хочу вам подякувати. Я захоплююсь вашим гумором, жагою до життя і тим, як ви надихаєте. Маючи понівечення тіла, ви не маєте понівечення душі. Можливо, воно десь там сховано глибоко, і ми його не бачимо,
Але ви запалюєте людей довкола, ви надихаєте. І ви змушуєте задуматися, наскільки прекрасне це життя. Якщо ми на щось нарікаємо, ми не маємо права цього робити. Я дякую вам за це бажання і вміння жити. І я дуже хочу, щоб ваша історія стала прикладом для інших військових, які повертаються додому травмовані, налякані, психологічно змучені. Щоб ви для них були прикладом. Життя триває. І прикладом для людей, які їх оточують. Що вони повинні їх підтримувати навіть в таку ситуацію. І я жодним чином не хочу вас жаліти. В мене немає до вас жалості. В мене до вас глибока повага. І я хочу, щоб люди, які вас оточують, так само не жаліли вас, а поважали. Це дуже-дуже важливо. І ми, до речі, за вами підглядали. Ми заходили на вашу інстаграм-сторінку, і ми трішечки знаємо, як проходять ваші будні. Ви зараз цього не побачите, а ми глядачам покажемо. На екрані зараз буде ваше дозвілля. Ви тут прибираєте в квартирі. Ви кажете, що ваша кохана потребує вашої допомоги. У вас в руках пилосмок, і ви наводите порядок вдома. Я сподіваюся, що ви гарно прибрали, що все було чисто. Тут, на цьому відео, ви нарізаєте картоплю. Ви готуєте вечерю чи обід, я не знаю. Але у вас виходить доволі непогано. Цибуля. Можна я запитаю, чи плакали ви від того, що ви її різали? Ні, об этом ходять шутки. Я знайшов пользу в тому, що произошло со мною. Я тепер можу, в принципі, перечистити тонну лука, плакати від нього я не буду. Ви натираєте сир, я так розумію. Поруч з вами ваша кохана Лера. Це теж ваша опора і підтримка в цей нелегкий період. Але вона з вами. Розкажіть про неї. Розказати про Валерію? Так. Ну, о ней рассказывать можно очень долго. Найголовніше. Да, я вот попробую с такого самого главного. Это девочка, которая на вид маленькая, хрупкая, нежная. А на самом деле она стальная леди. После того, что произошло со мной, мне почему-то казалось, что будет паника, истерика, слезы, сожаления. Очень тяжело, как по мне, воспринимать свою вторую половину такой, какая она есть, вот если посмотреть на меня. И какое-то время я пытался даже оттолкнуть ее от себя, для того, чтобы у нее не было возможности выбора. Остаться со мной или не остаться. Меня остановили очень резко, я когда-то об этом рассказывал, то есть как бы нужно уважать выбор другого человека. Она очень сильная, она искренне любящая, она самая верная. И это человек, с которым никогда не бывает скучно. Это человек, с которым всегда чувствуешь надежность, поддержку. И даже когда я ее не вижу, я слышу о том, что все равно она смотрит на меня до сих пор как на своего мужчину, стальную стену, защиту, опору, поддержку и смотрит с восхищением. Поэтому вот это вкратце Лера. Вы освідчилися вашій коханій. Ви готуєтесь до весілля? Еще раз? До весілля готуєтесь? А, да, на самом деле пока еще просто не определились точно с датой. Очень много вытекающих с документами сейчас. У меня увольнение со службы до сих пор идет, оформление пенсии. И вот эти все моменты нужно решить до конца. И я думаю, если ничего не помешает, то в теплую пору этого года будет свадьба. Нехай нічого не завадиться. Я хочу поговорити ще про одне важливе, що має статися у вашому житті. Це лікування, експериментальне лікування в Іспанії. І воно може повернути вам частково зір. Розкажіть, будь ласка, як просувається ця історія? І я знаю, що символічно, але 24 лютого відбулася онлайн-зустріч з лікарями, які чекають на вас там. У нас зараз на екрані якраз фото цієї розмови. Що зараз, на якому етапі цей процес? Владе. Я попробую коротко. В тот момент, когда мы собирали деньги на мою реабилитацию, мы подключили
всех наших знакомых, которые у нас есть, и тем самым информация разрасталась как паутина по соцсетям, по друзьям, знакомым, близким, по всей Украине, и уже не только по Украине. На момент, когда та цель, которую мы ставили для сборов, была уже закрыта, я понимал, что я имею огромную базу знаний того, какой путь я уже прошел на сегодняшний момент. Я имею огромную базу людей, так называемых полезных контактов, тех врачей, которые готовы бесплатно помогать, лучших профессионалов в своем деле, волонтеров, которые помогают постоянно. Это те же самые СМИ и так далее. То есть люди, которые попали в такую же ситуацию, как я, либо подобную, я мог оказать им какую-либо поддержку, даже, может, не финансовую, но я мог оказать поддержку моральную, информативную. Пришла идея сделать благотворительную организацию. Потому что я на одном из интервью сказал, я не могу сейчас свою страну защищать с оружием в руках, но я это буду делать в тылу. И я сделаю все для того, чтобы максимальное количество людей, которые искренне за добро, за правду и сделали для нашей победы немало, не только с оружием в руках, но и здесь, на территории, где чуть-чуть спокойнее, чем там на линии фронта, я хочу сделать так, чтобы у всех этих людей была возможность увидеть нашу победу. И увидеть победу не только в военном смысле, но увидеть победу над недугом, так сказать, и тому подобное. Мы создали организацию 24 января 2023 года вместе с Артемом Пахомовым. Мы создали организацию «Благодійний фонд «Побачимо перемогу». Спустя месяц и очень-очень тяжелую работу мы достигли такого уровня, что мы уже вели видеоконференцию с с Эдуардо в Испании и договорились о условиях сотрудничества. 17 апреля летит уполномоченное от нашей организации лицо подписывать меморандум о намерениях сотрудничества, в котором уже все прописано. И мы нашли партнеров здесь, в Украине, которые заинтересовались тем, что мы хотим привести сюда. Именно мы хотим привести технологию, которая позволит полностью слепым людям хотя бы как-то ориентироваться в пространстве. Это искусственное зрение. Вот. Они хотят полностью в этом участвовать, помогать нам и всевозможно способствовать. Это предоставление специалистов, всех инструментов, которые нам для этого понадобятся, контактов, связи и так далее. После того, как мы подпишем меморандум, мы будем делать все возможное для того, чтобы ускорить конечный продукт этого проекта. Потому что, к сожалению, у этого проекта пока нет того, что можно купить и уже поставить, с этим ходить и хоть что-то видеть. Это только эксперимент. Но это уже довольно-таки удачный эксперимент, потому что мы разговаривали с подопытными, которые ходили с этой технологией. И, если коротко, они были счастливы о том, что у них была хотя бы возможность полгода побыть в таком эксперименте и полгода что-то видеть. Владиславе, я переглядала десятки ваших інтерв'ю, і майже в кожному Владислав говорить про те, що він хоче бути корисним суспільству. Тому він пішов на фронт, тому зараз він надихає інших, і тому зараз ви створили фонд, який допомагатиме українцям, які зневірились, які травмовані. А коли ви подбаєте про себе, Олександре, а що з лікуванням влади? Тут я надам слово вашому тату. Ну, как Влад и сказал, физически он полностью здоров. Ну, что касается зрения, это все будет решаться, когда, я считаю, что все получится. То, что они задумали, привести эту технологию в Украину и помочь не только Владу, а еще многим-многим ребятам, которые с подобной проблемой. Вот. Все это будет. Все это получится. И вот когда это будет привезено, и когда это будет сделано, Влад получит свое зрение. И он увидит победу. Я в это верю. И это будет. А мы верим вам. Вы пишаетесь сыном? Я очень горжусь своим сыном. Очень. Коли было наистрашнейшее?
Самое страшное было 10 дней комы. И первых 5 дней после того, как он из комы вышел. Вот. Когда я разговаривал с врачами, те, которые его вели, ну, давали не больше 20% того, что он сможет выжить. Не просто, что будет двигаться или еще что-то, просто выжить. Никто больше 20% не давал. Но спустя неделю, опять же, после разговора с врачами, мне сказали, у него все в порядке, все функции работают. Руки, ноги, мозг, все. Все отлично. Он будет жить. І от, пожалуйста. Ми бачимо, Владе, не пощастило вам і нам, що в нашому житті є такий сусід, як Росія, і він вбиває українців, руйнує наші домівки, забирає в нас життя. Вам пощастило мати прекрасних рідних друзів довкола. Я не можу не згадати вашого товариша, вашого друга, вашого провідника Артема. Він так само відіграв важливу роль у вашому житті і у вашому відновленні. Розкажіть ще й про нього. Так, звісно. На самом деле, для всеобщего понимания, хто это, ми постійно говоримо про те, що це наш волонтер Артем. По факту, це наш дуже близький друг сім'ї і как относительно даже недавно выяснилось, он дальний родственник наш. Мы все с Горловки. Артем, он программист. В то время, когда я ушел на фронт, он помогал всячески. Первое, что он сделал, это прислал нам на весь взвод отличные каски. Потом это были аптечки. Потом это был надежный автомобиль. И вот так далее, и тому подобное. Медикаменты, все подряд. Артем помогал, он открывал сборы. Он донатил сам лично, он сейчас продолжает это ежедневно делать на ЗСУ. Он мне очень сильно помог. И вот если детальнее про то, когда это произошло со мной, это был тот человек, который тоже без какой-либо излишней, там, даже не излишней, вообще без какой-либо паники, просто сказал так, ну, надо делать, надо с этим бороться. Будем по ступеньке решать эту проблему. И на тот момент, когда я вышел из комы, и первые разговоры, которые завелись за то, что сейчас происходит с решением моей дальнейшей судьбы, мне четко был дан ответ о том, что Артем сделал все возможное для того, чтобы найти необходимую информацию. Уже был открыт сбор, уже собирали тогда деньги, уже какая-то сумма накопилась, какая точно я не помню. Вот. И Артем ищет, Артем пишет письма, Артем вышел на офтальмологов, у Артема есть много знакомых за кордоном. Потихоньку мы доросли до того момента, когда я в... Не помню, чтобы не соврать, в каком отделении я тогда лежал, но еще находился в госпитале. У нас была видеоконференция уже с испанцами, но тогда еще не как благотворительная организация, а как меня больного, и я давал свое разрешение на, точнее, свое согласие на участие в этом эксперименте. Мы общались через переводчика, и мне объясняли, как это будет выглядеть, что от меня требуется. Мне дали время на полное восстановление для того, чтобы я физически был полностью здоров, и меня ждали в Испании. Дальше. Что делает Артем? Мы с ним на этом не остановились. Мы узнавали больше и больше информации о том, как это работает, с чем я столкнусь, когда туда поеду. Мы завершили сбор для того, чтобы у меня было достаточно денег проживать там на переводчика, на дальнейшую реабилитацию и на содержание семьи, потому что как бы единственный кормилец, который остался здоровым, это отец, и тот привязан ко мне, работать толком не может. Поступила информация о том, что это эксперимент, и не больше, чем на полгода можно поставить себе вот это зрение. Потом ты возвращаешься домой, и все равно ты без зрения. И единственный плюс от этого, ты помогаешь развитию этого эксперимента. Таким образом, ты ускоришь конечный продукт. Мы посидели, посовещались. Я говорю, я не поеду. Я хочу быть в Украине для того, чтобы больше пользы принести здесь. За те полгода, пока кто-то другой вместо меня будет там, я здесь пользы принесу больше, чем если меня просто там будут обследовать. Артем говорит, да, понял. Проходит 3 дня, у нас свой фонд. То есть это человек, который... Для него нет ничего невозможного.
многие на него смотрят с восхищением, типа, Артем, как ты это сделал? Он, да ну просто, мне надо было, я сделал. Поэтому, как бы, это очень крутой парень, это человек, который для меня сделал очень много, я ему безумно благодарен. Поэтому вот... Я не знаю Артема особисто, але я вже його полюбила. Передайте йому величезне вітання. Я наостанок хочу звернутися, Олександре, до вас. Ви так само незламний герой. Те, що ви зараз робите, я розумію, що це така батьківська місія, але не кожному вона під силу. Наостанок, дайте кілька порад батькам, які так само люблять своїх дітей, але хтось з них втратив кінцівку, отримав різного роду поранення. Як їм з цим жити і як боротися? Ну, перше – це психологічна підтримка. Ні в якому випадку не можна відчаюватися. І на прикладі Владислава, я думаю, всі прекрасно розуміють, що утеряна конечність, какая-то потеря то ли зрения, то ли слуха. Это не говорит о том, что все, жизнь закончена. Нет, жизнь продолжается. И жить не только нужно. Жить нужно, а не можно. Нужно жить. И нужно бороться дальше. И не только с собой бороться, а бороться с нашими врагами и помогать друг другу. Вот именно то, чем сейчас занимается Влад. И еще одно. Если кому-то нужна будет помощь, даже просто психологическая, набирайте Влада. Есть номер Влада, есть организация, и он вам поможет. Низький уклін особисто вам, Олександре, ви неймовірний. Я хочу, щоб нашу бесіду завершив Владислав. Коли ви отримали поранення, після того, як ви прийшли до тями і змогли говорити, ви сказали про те, що 9 серпня самурай Владислав не закінчив свій шлях. Він його проходить і далі. Яким ви бачите свій подальший шлях, Владиславе? Ух ти, інтересний вопрос. 9 августа, на самом деле, тот человек, который существовал до 9 августа, он погиб. Его нет в живых. Самурай выжил. Самурай живет дальше и учится жить по-новому. Потому что у самурая нет цели, у самурая есть только путь. Мой путь на самом деле очень прост. Я хочу оставить после себя, когда меня не станет, а это явно не сейчас, даже не надейтесь, Русня. Я хочу оставить яркий след, и чтобы на моем примере все те, у кого пропала надежда, заканчивается надежда, не хватает сил, чтобы именно на этом примере знали, что надежда – это на самом деле то, что умирает вместе с тобой, когда ты умираешь полностью как человек, как организм. До того момента, пока ты жив, пока ты дышишь, пока у тебя хотя бы один палец шевелится, ты должен не забывать о том, что ты, значит, еще для чего-то живешь. Я хочу это на своем примере показать. То есть мой путь в дальнейшем – это путь помощи другим. Это то, чтобы привести технологию в Украину и обеспечить всем, кому нужно зрение. Пусть это будет цифровое, не такое, как мы с вами видели, точнее, я видел раньше, вы видите сейчас. Это психологическая помощь ребятам, у которых действительно есть проблемы психологические. Это мне повезло, что у меня такой характер, и я после такой травмы остался тем, кем я был до травмы. У многих это иначе. И у многих нет такой поддержки семейной, как у меня. То есть есть люди, которые остаются один на один с этой проблемой. Я не хочу этих людей оставлять одних. Это, естественно, построение своей крепкой семьи. И чтобы все люди, которые меня окружают, мои близкие, мои товарищи, мои родственники, мои любимые, ни в чем не нуждались. По крайней мере, чтобы на моральном уровне я знал, что каждый из них счастлив. Вот это будет, наверное, такие самые основные цели. А если о более глобальном говорить, я хочу добиться того, чтобы когда мы победим, и когда максимальное количество ребят, которые заслуживают увидеть эту победу, ее все-таки увидят, мы сделали определенный прорыв в
науке, медицине и человеческом отношении друг к другу в Украине. Та организация, которая сейчас существует уже на сегодняшний момент, это будет не просто организация помощи больным, которые пострадали вследствие войны. Цели будут намного глобальнее, но мы будем идти по ступенькам. Поэтому первое, что будет, это мы привезем технологию в Украину, либо сделаем здесь это сами. Владиславе, ви не бачите, але я вклоняюся вам і вашому тату. Ви дійсно надихаєте. Я хочу, щоб всі поставлені перед вами цілі були досягнуті. А я в цьому не сумніваюсь, тому що ви не тільки хоробрий воїн, ви не тільки самурай, ви людина з величезним добрим серцем. І нехай воно б'ється якомога довше. Я дякую вам за це. Наостанок я звернусь до нашої аудиторії. Якщо раптом вам здалося, що ви втомилися, ви нещасний і вам чогось бракує, подивіться історію нашого героя. Я думаю, що у вас все в порядку, якщо у вас є дві руки, дві ноги, і ви бачите. А якщо вас роздирає лють, то спрямуйте її у правильне русло. Допоможіть нам, допоможіть собі наблизити перемогу над ворогом на тому фронті, який ви представляєте. І як сказав Владислав, ніколи не втрачайте віру і надію. Владе, я дуже вам дякую. Олександре, дякую вам.